Это было 31 июля. Ого, Балди, у тебя температура? 40. Я умираю. Что случилось? Я, как обычно, на перемене пил чай с ромашкой. Потом я пошел на урок, который должен был только что начаться. И тут я увидел ее. Она была ни на кого не похожа. И тогда я понял, что я влюбился. Она была очень очаровательна. И у меня искры с глаз посыпались. Я сказал, да, я хочу быть с ней. Но меня забрал директор. Я не могу ее найти, но она оставила записку. Ищи меня по подсказкам. Где же мы найдем? Они, короче, стойте! Подсказка. Ты пьешь школу? А ты пьешь школу. Это новый же... мод. Валеришка Хим. Мяу, а кто хотел бы, чтобы Балди выздоровел? Ставь лайк. И срочно, котята, досмотрите серию до конца. Давай поможем Балди найти ее. Давай поможем Балди найти его. Любовь, всем привет. Привет, солнышки. Так, новые моды. Балди заболел. Вау. Это его дом. А что у него со рта торчит? Градусник. Да вы шо? У него высокая температура, поэтому он не может найти эту девушку, новую учительницу. И нам нужно с тобой отправиться в новые моды. Балди хаус. Да, Балдис хаус. Он, кстати, напротив школы живет, заметили? Чтоб, если что, сразу прийти и порешать. Он точно наверняка не опаздывает в школу. Там наверняка есть туалет. Так, давай поможем ему тут пример. А что здесь за примеры? Вау, не надо решать. Белый лист. Да, как бы личный этот лист. Так, ну и как же здесь плейтайм выглядит? А, привет. А что у него в руке красное? А вот я не знаю. Справка. Либо справка, либо, может быть, она в аптеке работает и продает лекарства. Либо она делает... О, директор! Но директор, по-моему, ничего не продает. Что такое же? Ничего не продает? Где может быть новая учительница? Нам нужно, ребята, искать подсказки. И либо подсказки, да. Либо она может быть в этом моде. А что это розовое на стенах? Угу. О, я, кстати, очень давно не играла. Вау! Видели, у него что-то зеленое было на руках? First Prize, зеленые ладошки. Точно. Так, ну что, белый лист бумаги запишем сюда, еще какой-нибудь анализ. Почему белый он был зеленый? Белый? В учительской, может быть, она? Вот. А, нет, ее здесь нет. Где же мы найдем? Они, короче... Стойте! Подсказка. Ты пьешь школу? А ты пьешь школу. Это новый мод. Мод! Точно! Лера, показывай! Вот что здесь? Тут куча колы. А ты пьешь школу, Лера, кстати? Нет. Да, кола очень вредная. А может, ты притворяешься и пьешь где-нибудь? Нет. Валерий на самом деле не любит колу, но она очень вредная еще при этом. Так, ну хорошо, давайте этот мод посмотрим. Ух ты, как же здесь будут выглядеть примеры. 9 минус 4. 5. Так, пятерочка, молодцы. Всем 5. 2 минус 1. 1 всем. Кто разгадывает с нами, ставьте лайк. Так, ну по-моему Балди грустнеет. Нам нужно срочно найти его новую любовь. А почему он без кока-колы? Не знаю, может быть он здесь уже с кока-колой. Давай глянем. А где же его любовь? А где здесь? И как выглядит потом директор? Вот в чем интересно. А смотрите, мне уже рябит от этой колы. Она на всех стенках нарисована. И на полу. Просто везде. Так, давай сюда. О, швабра. Обычная. Так, где она может А швабра быть? Пьет колу? Нет. Я не думаю. Так, это что за учительская? Нет. О, смотрите, плейтайм. Тикай! А, давайте у меня... Уезжай от нее. Да нет, у нее колы. Вставь ей колу. Куда я ее вставлю? У меня нет колы. Куда-нибудь. За монетку надо было купить, ребята. Ну что вы в самом деле? Ну не знала. Я не нашла еще этот аппарат. Где покупать? Плейтайм опять за нами. Уезжайте от нее, ребята. Два примера всего лишь. Еще 5. Так, нам нужно срочно найти следующую подсказку, либо учительницу. Смотрите. Кола, видели? Да, директор тоже с колой. Проехал с колой. Он тоже пьет с колой. Надеюсь, нет. Надеюсь, это он отобрал от какого-нибудь ученика. Да, пьет по любасу. Так, ладно, давай глянем здесь. Может быть, здесь подсказка? А какая это тогда будет? Стоп! Я люблю гулять по вечерам. Следующая подсказка. Я знаю этот мод, ребят. Да, это темный мод. Да, это единственный мод новый, где есть ночь. Смотрите, это крутая школа новая, Балди. Автобус, это как кемпинг, фонарики, смотрите, круто. Нет, это очень красивый мод, но где может быть его новая любовь, эта девочка? Не знаю. Где-то учительница. А Плейтай бегут, едет за нами, смотрите, постоянно преследует нас. Думаешь, Плейтай? Да? А она действительно, она даже за школы вышла, да. Обратили внимание? Да, она ревнует, она ездит за нами. Вау, смотрите, какие здесь вау, новые домики появились. Домики опять. Ничего себе. А здесь что, примеры в домиках решать? Они двигаются, он поехал, видела? Вау!
1, 4 минус 8, 7 плюс 0. Бали, наверное, катает тут. Это дома. Первая тетрадка. Больше здесь тетрадок нету. Мы с Лерой в этот мод... Но вы в дневной играли, да? Да, в дневной, в ночной не играли. Так. Да, там светильники, торшер. Балди, ищи свою любовь. Почему ты стоишь? Швабра, смотри, как катает. Ничего себе. Вау, как здесь все по-другому. Когда едет швабра, она ломает все коридоры. Это точно. Смотрите, здесь поставили... Вторая тетрадка, разгадываем. Сейчас я возьму себе соду, куплю, на всякий случай. 8 минус 6. Если вдруг балки. 4. 2 плюс 6. Да, начинается момент. Где нам найти еще подсказки? Может быть, пойдем поищем... Тележка. Тележка, знаешь подсказки? Директор не знает, никто... У швабры тут дискотека, и третья тетрадка, 4-2. Ничего себе, вы видели, у него огромная комната. Ага. Короче, ребята, мы в очень большой квартире Балди. Вау. О, мне нравится эта школа, она здесь прикольная. А как же... Швабра. Нет, это меня, мне тебя кажется... тащит тут. Что это? Кладбище. Подождите, это что, кладбище в школе? Кладбище. Блин, ничего себе, надо текать отсюда. Пока. Что-то мне эта школа разонравилась. Тележка, заходи, закрывай за собой дверь. Смотри, как торшерчики расставлены по цвету. Фиолетовый? Очень круто! Шкаф. О, ящичек фиолетовый! Почему один шкаф это, фиолетовый? Это, наверное, был чей-то ящик другой. Часы! Ребята, помните часы? Нет, а для чего нам они нужны? Оно возвращало время, когда мы заходили в учительскую. А, помните? Точно, да, можно пробежать. Закрыто! Да. Дверь закрыта! 5 минус 1. 4. 1 плюс 2. Ну, примеры легкие, да, сегодня нам? Примеры, такое, да, себе. Но дверь закрыта. И что нам делать? Куда теперь выбегать? Бегать! Давай назад! А, попробуем пробежаться. Я бегать не хочу. Ребята, нам нужно искать следующую подсказку. Мама, давай, ты сможешь. Давай, ну где? Где? Сейчас найдем, сейчас. О, швабра. Что это? Да. Что это? Ой. Вылетаем, вот что. Она нас нигде не пускает, вы заметили? Швабра, молодец, спасла. Швабра нас смыла. Это библиотека, серьезно? Тележка, что ты в библиотеке там ползаешь? Вы видели? Плейтайм везде. 7 минус 2, 6 плюс 3. Как будто она не одна тут. Как будто нет, она просто нас... Плейтайм не хочет, чтобы Балди нашел себе новую подружку. Я тоже так думаю. Она ревнует, мне тоже так кажется. Так, ну давай тогда посмотрим, если здесь появилась библиотека. Наверное, здесь какие-то новые комнаты появились. Нет, так, Бали. Бали, сейчас нет, отберет у нас что-нибудь. Фу, все. Так, смотрите, это учительская. Вау. Опять крутяк. 4 опять плюс 8. Все глобусы, 5. 8 минус 3. Бэээ. Мы когда-нибудь найдем или нет? Кто успевает разгадывать с нами? Ставьте лайк. Тогда примерчик от меня. Ой. Даже здесь, вы видели? Она даже в учительскую заходит. Швабра, слушай, понеси ее куда-нибудь. Швабра занимает под ширине два коридора. Так, а ну, ребята, пример решите для от меня. Все, 540 минус 370. Ребята, кстати, швабра, она через стенку проехала. Да вообще, эта школа очень необычная. Мне кажется, мы можем учительницу найти даже здесь. Да. Как ушу? Ну, мне кажется, где бы она еще могла быть? Это же... Она учительница? Ты уверена в этом? Да. Да. Это новая учительница в их школе. Но в каком моде, мы не знаем. Давай, ребята, мы обязательно должны нам помочь Балди. Нам нужна подсказка. Нам Балди столько раз помогал. Нам надо ему тоже помочь. Мне его жалко. Где? Еще и с температурой лежит. Мама, так он за тобой гоняется каждый звать. С температурой любовь искать сложно. 9 минус 2. Так, ну что, поехали дальше, посмотрим. Может быть, она знаете где? Где? Надо еще выйти вот там за коридор. Там тоже новая комната появилась. Надо идти, надо было в те домики, которые снаружи. Да, скорее всего, да. Точно. Вот, директор наш еще. Ай-яй-яй, беги. Начинается трэш. Беги скорее, куда бежать-то? Мама, беги быстрей! Что это? Подождите. Не знаю. А вот это на стене? А ну, в столовой выход есть? Но больше да я люблю цветы! Это следующая это подсказка! Мод. А какой у нас это мод? Это же мод с розами! А, вау, я не видела этот новый мод! Ух ты, так что, она точно должна быть здесь? Наверное. Так, ну я цветы тоже люблю. Какая-то эта девушка вертихвостка. Она постоянно что-то придумывает, Балди, какие-то проблемы. 1 плюс 4. 5. 7 минус 2. 5. 1 плюс 6. 7. А почему не 5? Опять Плейтайм, она в розочках, посмотри. Она нам постоянно готовит всякие пакости, потому она что нас... она не хочет, чтобы Балди нашел свою любовь. Она нас не пропускает, ребят, вы заметили? Она да. Прям везде. Так, давай шоколадку поедим. Слушай, а что вы тут туда... Как директор выглядит, как думаешь? В розочку. А, думаешь, розочка? Розочку дарят. Ребята, как вы думаете, с кем бы вы хотели... Да, розочка. С Плейтайм.
или снова девушка. Подожди, вот же да, она! Да, это же новая учительница. Сейчас я сыграю на гитаре. Ух ты. Нет, Playtime пришла. Она просит Балди попрыгать на скакалке. Ну ладно. О, она ушла. Куда же она опять исчезла? Я ее никогда не найду. Said we loved one another.